Воскресенье. Какое сегодня число? 26. 26 июня. Время 5 часов. Собрались на шашлыки. В лес. Предположительно на карьер. А там посмотрим. Собрали 2 портфеля. Все. Решетку для мяса. Мясо в пакетике. Чтобы присесть. Полотенечко там. На 2 подушки. Сейчас собираемся и едем. Все, выехали на шашлык, натянулись тучи, вообще, думали будет дождь, по прогнозу дождь, град, но вот там уже рассеивается, так что едем жарить шашлык. Что-то ветер поднимается. Кто-то мне сказал, что здесь уже туч нет. Вкусно пахнет, да? Дождем. Маленькая, да. Это первый наш костер, да? В этом году? Да. Да. Огонь! Огонь! Смотри. Палочки в костер. О, молодец. Нашел. Бросай в костер, только близко не подходи. Кидай. Аккуратненько. Во, молодец. Молодец. Не будет дождя, он мне говорил. Не будет. Я надеюсь, не будет. Живые. Блин, нашли обалденное место. Уже вот такой костер. Таня, Паша, я. Обалденное место просто. Вот такой вот берег. Чистый, без примесей всяких там масел. Чистый, чистая вода, чистый берег. Теплая вода. Это бывший карьер, наверное. С другой стороны карьера даже бульдозеры еще стоят. Относительно чисто здесь. Дрова нашел на дороге. Вот полено, вот доски. Обалденные доски, сухие. С
Самое то, что для шашлыка. Без краски, чистые. Даже уже разрубленная есть. Обалдеть, а не место. И оно все время было у нас под носом. О, сколько дерева, сколько топлива. Паша у нас тут играет. Немного, конечно, подкапывают, но если что, мы машину подгоним и посидим в машине, пока горит костер, готовятся угли. Вот так вот. Ну, думаю, пронесет. Тучи, оно не видно. Туча вот где-то здесь, над нами. Иди ко мне, скорее, капает. Подогнал машину поближе. Убрали немного вещей, то что дождик начался. Угли уже готовы. Первую партию сейчас буду закидывать. Головешки отодвинул в сторону. Потом их обратно после первой партии. Так, решеточка. Миско. И вот так вот. Первый. Третий, ну и так далее. Так, закинул, все установил, жар великолепный. Можно взять крышечку и так помахать немножко, чтобы жар было больше. Тоже не помеха. Так, переворачиваем. Весьма неплохо. Корочкой. Ничего страшного. Будет вкусно. Сейчас вторая сторона прожарится, и ножиком можно будет проверять, приготовилась или нет. Жар хороший. Наш папа шашлык спасает. Чтоб мы голодными не остались. Да, Пашка? А мы с тобой прячемся? Надо получше закрыть. А кой? Не, там дождь идет. Вот оно мясо. И все ради. Вот это. Вот, копыт. Где Пашина пеленка? Мне в портфеле. Вот она. Первый шашлык. Опа. О. Промок весь до нитки. Фух, пожарилась шашлычок. Я сейчас покажу. Тихо. Вот он такой, первый шашлычок. Сейчас руки вытрем и будем дегустировать. Сейчас будем кушать. Давай, вилка, держи, а я разрежу. Один мясо. Сыночек, как назло, и дождь закончился. Так, разрезаем. Стой, давай-ка маленький. Ну, давай вот так. Так, покажи, что прожарилось. Прожарилось. Хлеб не взяли. Хлеб не взяли. Зато помидорки, огурчики взяли. Все, сейчас будем есть. Да, вкусно. Да? Ну-ка, Паша, пробуй. Ну-ка. Держи. Вкусно? Паш, как тебе, вкусно шашлычок?
Обалдеть. А в каком пакете? Огурцы, помидоры. Сейчас достану. Ставь сюда огурчики. Бери, Паша, огурчик. Бери мясо. Пашка, не хапай. Кусай. Горячий, может быть. Блин, немного все-таки подгорело. Да. Ну, блин, дождь спешил. Мясо вкусное. Ну, мясо вкусное, но чуть-чуть подгорелого есть. Ну, сейчас дождь закончился. Дровишки я сложил под машину, чтобы были сухие. И вот сейчас вторую партию постараюсь не прошляпить. Без прогорелого, чтобы было. Мяско. Ну, как тебе мой маринад? Маринад хороший. А ты боялся? А я боялся. Надо что-то будет придумать. Я видел такую штуку в руль, типа столик, но это для руля. Надо какой-то такой мега подлокотник. И суховатое чуть получилось. Слегонца. Отдает шишками. Отдает шишками. Ну, Паша шишки кидал в костер. Шашлык с шишками. На шишковых углях. Спасибо. Паша теплый? Сейчас засниму, как мы сидим. Паша у мамы на руках. У меня на руках мясо. Под жопой пеленка. Клеенка. Окна вот так вот запотели. Ну, то, что мы влажные на улице. Надышали здесь. Двери откроем, все протянет. Вкусно? Полный рот мяса. Мясо свинина, да, Тань? Нормально. Для первого раза нормально. Короче, на это место мы, наверное, будем приезжать в этом году, этим летом не один раз. Да и зимой тоже можем приехать. Жаль. Что еще сказать? Ели мясо, мужики, пивом запивали, о чем коню говорил. Они не понимали. Тебе не нравится? Залетел. Пью. Ну, не ставь ножки, не ставь. Паша музыку хочет включить, да? Диджей Павлик. Да блин, еще дождик чуть-чуть идет. Чуть-чуть. Ладно, увидимся, когда буду закидывать уже следующую партию. Все, покушали, вышли. Вот столько много... Сейчас, подождите. Вот столько много песка занесли в машину, потому что к ногам липнет, мокрый. И Таня сейчас решила сама щеткой его вычистить. Павлик вышел, играется. Если что, будем сюда прятаться под багажник. Тут дождя нету. О. То, что расстелили, намокло. Ладно, это все фигня. Костер сейчас разожжем. Дровишки я вон туда спрятал. Под машину, чтобы были сухие. Крышечка тоже вот грязненькая. Люди вон уже купаются. Там вообще люди вон с палатками. Вон Пашины игрушки. Каки? Давай каки. Шашлык пожарим, спалим каки. За собой мусор надо убирать.
Ну что, сейчас распаливаю и закидываю вторую решеточку мяса. Барабан! Ну-ка, делай барабан. А Пашу приодели, уже прохладно. Разожгли костер. Сушу футболку. Почистил решетку. Еще бы шорты как-то просушить. Но они такие синтетические, тоненькие. Уже сухие почти. Все, даже вот таких углей хватит. Три головешки такие здоровые убрал в сторону. Принес мясо. Сейчас буду выкладывать. Вот я уже перевернул. Вот сейчас получается без корочки углистой. Потому что угли, ну, маленькие. Жар такой не сильный. Махаешь и регулируешь жар. Вот так махаешь. И тогда будет очень красивые и без угля. Вообще слабенькие. Слабенькие, но жар от них такой хороший. А вот первый раз, ну, там было очень много углей. Ну, плюс все в попыхах готовилось. Поэтому чуть-чуть подгорели. Сейчас постараюсь, чтобы получилось очень нежно и вкусно. Вот, перевернул еще раз. И продолжаем махать чуть-чуть, чтобы жар был тихий. Вот как красиво получается. Именно такой поджаренный, но не до углей. Скоро буду проверять ножиком, как прожарилась степень прожарки. Проверяем мясо. Так вот, делаем надрезик, отодвигаем, вот, и уже оно не красное, без прожилок крови, вон беленькое, скоро уже будет готово. Давайте другой кусочек подрежем, а можно крайний вот этот вот. Фу. Беленький. Ну, по краям еще нужно поджарить. Там немножко розовое. В центре уже скоро все. А вот по бокам еще поджарить. Все, проверяем крайний раз. Я думаю, уже будет готово. Вот я прорез сделал, самый крайний. Вот. Тут все уже сготовилось. Можем еще вот этот вот резануть. Все готово, а то пересушится и будет сухое. Можно снимать. Красота какая, да? Вот теперь мясо получилось красивое. Наверное, сочнее. Сочное, да. Мясо хочешь? Пришел. Сейчас будем кушать. Ты вовремя, Паш. Смотри, вот это горячее, только не трогай. Ой, какое сочное. Хочешь мясо? Скажи, хочу мясо. Хочу мясо. А в чем ты мариновала? Лимон, майонез и приправы. Ну, соль, приправы. А что за приправы? Там смесь какая-то, да, для мяса? Какая-то смесь. У узбеков покупали. Не знаю, кто они там. Хай. Глянь, какое красивое пашмяско. Кушать. Кушать. Ну что, дегустация. По кусочку уже съели, оценили. Теперь покажем. Сейчас. Вот такое оно получилось. Какой? Сочное, не пережаренное. Ты. Такое... Тебе открыть, да? Во. На. Такое прожаренное. Очень вкусно. Пей, пей.
второй раз получилось намного лучше, чем первый. Даже выглядит лучше, чем первый раз. Вот. Подкинули костерчик, сейчас обжарим решетку, она легко очистится. Спалим мусор. Слышно, какая песня играет? Штиль ария. Вон у тех ребят с палаткой. Прикольненькая атмосферка. Сейчас. Первый раз в году. Иди, папа, мыться. Теплая. Папа, дай. Видишь, папа мыться пошел. Вот это же не так. Все. Паш, смотри, вот так вырубает. Она так разворачивается, убегает. Где папа? Широкий, мам. Ау, кто там? Так? Ку-ку. Это надо еще помыть. Там под тобой по колено. Ой-ой-ой. Ну как? Вообще вода теплая. Теплая вода вообще. Вот а там, где поглубже? Тоже везде хорошая. Куда мы вот ездили этим за Италет, это самая четкая вода. И чистая, и теплая. Все, покушали. Идем тушить костер. Все, оставляй тут палочки. Может, кто-нибудь приедет, использует. Оставляй. Вот мы поднялись в горку. С левой стороны были карьеры, а вот с правой, вот мы вон там, вон на бережку сидели. Вот. Ну и все, едем домой. Попробовал я покупаться. Давай буду ехать и говорить. Ой. Попробовал покупаться. Вода теплая. Ну, градусов, наверное, 25. Водичка. Все, едем домой. Покушали. Завтра, может, ну, короче, будем приезжать. Завтра, надеюсь, приедем. Будет хорошая погода, солнечно. Может, до обеда, после обеда приедем и, может, все поплаваем. Вот. Что еще сказать? Берегите природу. Да. Кажется сначала, что мусора нету, а на самом деле вон он лежит. Вон он лежит. Мы за собой весь мусор спалили. Вот можно было в бак выкинуть, но мы спалили. У нас там были только салфетки и один пакет. Мы сожгли. Вот. Ну и все. Шашлык получился вкусный. Со второго раза. Первый раз надо было... Ну, надо было дождик просто переждать чуть-чуть. Вот. Все, выезжаем уже на трассу.
до дома километров 7. Это очень рядом, очень близко. Без светофоров, без пробок. По объездной, через город. Хоп-хоп, и мы дома. Вот так. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось. Всем пока.